Сегодня мы покажем тебе, как сделать актуальный в этом сезоне макияж глаз в два тона. Карандашом бирюзового цвета прорисуй верхнее веко и растушуй, смягчая резкие линии. Затем нанеси мерцающие тени зеленой или голубой гаммы на все подвижное веко, чтобы создать более насыщенный цвет. Карандашом пурпурного оттенка проведи тонкую линию вдоль нижних ресниц. Растушуй эту линию с помощью небольшого количества пурпурных теней. Нанеси несколько слоев туши на верхние и нижние ресницы. И в завершении добавь немного хайлайтера под брови и во внутренний уголок глаза. Готово! Ты только что создала самый актуальный макияж сезона!